Доброго времени суток, YouTube, уважаемые коллеги, уважаемые контрагенты. Сейчас мы с вами находимся на странице наших партнеров. Страница так и называется «Партнеры». И здесь у нас размещен референс-лист, так называемый, не выговорить это слово. Одним словом, просто наши партнеры, с кем мы работаем. Работаем, уважаемые господа контрагенты, потенциальные партнеры с 2021 года. Занимаемся вопросами промышленной психофизиологии, культуры безопасности человеческого фактора и так далее и тому подобное. Значит, я хочу сказать, что работаем мы по всей России, предоставляем услуги, дистанционные психологические обследования, равно как и предоставляем материальное обеспечение для создаваемых или созданных лабораторий. На данный момент в России 32 лаборатории, больше 30. Соответственно, мы можем предоставить любое нужное и необходимое программное обеспечение, нами разработанное, запатентованное в Роспатенте Российской Федерации. Мы это программное обеспечение для вас можем предоставить. Но сейчас несколько не об этом, а о том, что мы гордимся тем, что не было за эти годы ни одной рекламации в наш адрес. Обратите внимание, я пролистываю список, состоящий из 59 крупнейших предприятий России, начиная там от Роснефти, Татнефти, Шлюмберже, ПАО ППХО, вот даже у нас ПАО ППХО на сайте есть, да, то есть Роснефть, Ессети, тут нет ни одного контрагента, с кем бы мы ни работали, и они здесь появляются только в том случае, если наши финансовые Евразгок, Роснефть, Росраум, авиационное предприятие, если мы не заключали договор и не получали финансовых средств от этих компаний, благополучно оказывая им или же услугу, или поставку наших программных продуктов, здесь это предприятие не появляется. Здесь только те предприятия, с кем мы реально финансово, всячески, методически, научно сотрудничали. Тут и Русал, и различного рода образовательные учреждения, институты биорганической химии и так далее, и так далее. И транспортные предприятия, и нефтегазовые предприятия. Это то, с кем мы реально работали. Позвоните любому предприятию и задайте вопрос. А где вы проходили ПФО? Или как вы создавали свою лабораторию на предприятии психологического обеспечения? Вам скажут. А вот есть такой Бороздин Виктор Николаевич, его вся Россия знает. Соответственно, у них научно-прикладной центр АКМЭ. Можно приобрести необходимые материалы, программы и так далее. Все под ключ. Или же пройти, если у вас небольшое количество работников подпадает под эту категорию потенциально опасных лиц, можно пройти дистанционно, задешево, сердито, четко, правильно, с получением всех отчетных документов, по белому, ну и так далее. Одним словом, я хвастаюсь, но есть чем хвастаться. Крупнейшие предприятия России с нами сотрудничают. И ни одной рекламации за все это время не поступало. Работаем по белому, честно, открыто, внимательно и ответственно. Прям как в СССР. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.